Thank you.
Спасибо, друзья. Ну, еще две композиции есть у нас для вас. Первая из них называется «Особая, обычная». Вот так я попытался перевести. Почему такое название? Вы знаете, у нас, во всяком случае, так. Никто не хочет быть обычным человеком. Каждый хочет быть особым. Ну, самым-самым даже, может быть. Каждый хочет быть особым гитаристом, особым барабанщиком, особым... Даже обычного дворника найти трудно. Можно только найти самого-самого дворника. И вот это в результате становится вот это... Все становятся особыми. И это становится настолько обычным, что ничего в этом нет особенного. Да. А если бы найти вот такого обычного человека, вот это было бы что-то особое, да? Что-то особое. То есть композиция называется «Особое обычное».